Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал. В эфире с вами самый главный скуфолог Хаттабыч. А это игра «Альтушка для скуфа». И вот мы стоим перед тяжелым выбором, какую же альтушку выбрать. Как я уже говорил ранее, я буду выбирать по порядку. Каждую выберу, про каждую девочку будет снято отдельное видео. Причем в одном видео за каждую девочку будут все прохождение. Ну, сначала мы будем соглашаться с ее условиями, а потом будут альтернативные варианты ответов. Поэтому сначала, ну, нажмем на Нюшу. Ого, хоть кто-то выбрал меня. Да ладно, чё ты в натуре? В смысле, хоть кто-то? А что с тобой не так? До нас вообще редко доходит дело. Все останавливаются на этих трех расхайпованных дурах. Ну да, не говори вообще. Которые здесь только для того, чтобы поторговать лицом. А ты нет, да? Одна из них даже на всех иконках засветилась. О, ненавижу, почему не я? Да ладно, что ты кричишь? Я тебя выбрал. Я же ничуть не хуже. Да никто ж не спорит, никто не спорит. Так-так, погоди. Она какая-то двинутая. Осторожнее, братан. Да ладно, ничего, справимся. О чем ты вообще говоришь? Кто эти они? Первая тройка. Золотые девочки, которым всегда все достается. Ладно, забей. Давай просто быстро оформимся, чтобы ты хотя бы здесь мог получить свою альтушку. Давай, слушай, может, с вами повезет. И меня не заберут в военкомат. Что ты имеешь в виду? В смысле только здесь? Неважно, просто забей. Ладно, забил. Мне кажется, другие девочки просто не ценят все возможности, которые дает им работа на этом сервисе. Конечно, ведь они такие идеальные. Да она прям их люто ненавидит просто. Еще чего? Они даже не понимают, насколько сильно будет ценить их скуф, если они решат быть с ним. Может быть. Все эти тощие красавчики в модных шмотках такие легкомысленные. Они могут выбрать любую девчонку и поэтому раскидываются ими направо и налево. Не понимая, что пройдет 10-15 лет. И что потом? И они сами получат уведомление о принудительной регистрации на скуф-услугах. Кошмар какой. Ничего себе начало. Да, не то слово. Окей. Ладно, давай начнем уже. Давай начнем. Что там? Что ты нам предложишь? Мы же собрались здесь, чтобы выписать тебе альтушку, верно? Конечно, да. Ну да. Значит, будет тебе альтушка. Слава богу, слушай. Наконец-то. Немного бюрократии, и я приеду к тебе. Окей, погнали. А как, кстати, доставляют альтушек? Наверное, ее пришлют в коробке. Почтой России через полгода. С проделанными дырками, чтобы не задохнулась. Надеюсь, они догадаются положить туда какую-то еду. Пиццу? Да, почта не всегда работает быстро. Процесс доставки тебя не касается. Ты глянь какая. Главное, что ты получишь то, что тебе нужно. Разве важно, как именно? Ну, в принципе, да. Но главное, чтобы находилась в коробке, сохранилась. Мы же работаем на результат. Верно, скуф? Конечно. Верно. Тогда начнем? Давай уже начнем. Выбирай категорию. А штрафы и налоги давай. Что мы вообще забыли в этой категории? На что будут штрафовать? Угу. По ходу дела, да. Это уже ты мне скажи. Если тебя есть за что штрафовать, то, конечно, оштрафуют. Иногда. Даже не за что. Все равно найдут за что. За быстрое вождение танков в игре про танки. Серьезно, есть ли у тебя какие-то правонарушения, о которых неизвестно государству? Началось. Да нету, конечно. Потому что большая часть автоматически подгружается в этот раздел. Угу. Но если тебе где-то удалось избежать ответственности, и властям об этом станет известно,
То что? Ты сразу же лишишься права получить свою альтушку. Вот оно что. Поэтому лучше признайся сам. Как известно, чистосердечное признание смягчает вину. Что же она от нас хочет-то конкретно? Все ходит-то вокруг да около. Платишь штрафы со скидкой 50% и будешь спокойно жить дальше. Подумай хорошенько, какие за тобой водятся грешки? Да ничего вроде. Так, ты глубоко задумываешься. Абсолютно безгрешных людей не бывает. Каждый из нас хоть раз в жизни нарушал закон. Сознательно или неосознанно. По мелочи или всерьез, так или иначе. Что и где ты мог сделать не так? Вроде бы и не убивал, не воровал. И последнее время уж точно не прелюбодействовал. Угу, лет 20 последний, да? Вернее сказать, очень давно не прелюбодействовал. Кажется, 10 заповедей имеют мало общего с кодексом об административных правонарушениях. Так, что же там было? Возможно, пару раз перешел дорогу в неположенном месте. Разок-другой припарковался там, где парковаться запрещено. Бывало, мог дернуть пивка в общественных местах. И последнее. Этого грешным делом нанести урон чужому имуществу. Ну, может быть, пару раз было что-то такое. Пару раз? Да, не пару раз, наверное. А что именно? Пожалуйста, уточни. Это очень важно. Чё она так прицепилась? Так. Ну, давайте начнем. Та и пофиг, нарушал правила дорожного движения пешеходом. Ты и правда купился? Сука. Мне все равно, когда ты где там пьяный дебоширил. Ну ладно, да ты, я думаю, сама не прочь подебоширить. Неужели ты думал, что я мусорнусь и стукану на тебя властям? Ну да. Да у них в системе даже нет такой функции, чтобы добровольно заявить о собственном правонарушении. Кто вообще в здравом уме станет стучать сам на себя? Это уж действительно. Короче, я просто тебя разыграла. Отшутница, отшутница. Вообще не смешно. Смешно. А по-моему, смешно. Да. Он как-то нервничал. Нет у тебя никаких штрафов. Прекрасно, хорошо. Ставь препятствий для получения своей законной альтушки. Слава богу. Впрочем, минутку. Что не так? Кажется, у тебя все же висит какой-то штраф. Да, за парковку в неположенном месте. Какой ужас. Не может быть. Мне ничего не приходило. Еще с прошлого года. Ого, его уже передали в суд, и теперь им будут заниматься судебные приставы. Кошмар. Неужели тебе не приходили никакие уведомления? Нет, не приходили. Вроде нет. Уже даже постановление о решении суда есть. Теперь тебе надо будет... Че надо будет? Заплатить штраф в тройном размере. Хера себе. С какого перепугу, а? Причем постановление подгрузилось в твой личный кабинет буквально пока мы с тобой разговаривали. Ну зашибись. Тебе очень повезло. Если бы мы не заметили штраф прямо сейчас, тебе бы заблокировали все счета. А чтобы разморозить их, тебе нужно будет лично принести все чеки и квитанции. Конкретно твоему судебному приставу. Но у него огромная очередь из таких же непутевых скуфов, как ты. Да, печальная история. И куковал бы ты без банковских счетов несколько недель. Прямо сейчас можно оплатить все в добровольном порядке. Вот капец какой, а. Конечно, уже без скидки в 50%, но и без блокировок. Это уже весьма неплохо, да? Да, просто замечательно. Зашел, блядь, на скуф-услуги. Наверное. Она нам сейчас оплату штрафа рекламирует. Как что-то классное. Угу. Да, совсем с ума сошла девка. Давай, я помогу тебе все оплатить и отправлю документы автоматически. Угу, хорошо, ладно, давай. Просто введи номер своей карты. Ну вот и началось, да? Капец, блядь, опять эти фишинговые сайты. Что-то мне это напоминает. Да, первая тройка игроков, ага. Чего ты ждешь? Счета могут заблокировать в любой момент.
разводила на бабки. Ладно, ну это будем соглашаться-то со всем этой ерундой этой со всей. Давайте. Ох, не нравится мне все это. Да ладно, пофиг. Спасибо. Подгружаю данные. Еще немного. Что это было? И чё? Ну, вот и переехали, да? Чего смешного? Ну, чё смешного? Развели тебя, лошпед, блядь. Боже, ты такой наивный! Даёшь номер своей карты каждому первому встречному. Но ведь ты вроде как государственный сервис, которому можно доверять. Угу, да. Повезло тебе, Скуф, что это я, а не кто-то другой. Нет на тебе никаких штрафов. Пиздец, сука, блядь. Я еще раз тебя разыграла. Охрененно, слушай, как она любит пошутить-то, а? Если бы ты только знал, как скучно сидеть на этом сайте круглыми сутками. В ожидании всяких таких вот скуфов. Которые в итоге еще и выбирают не тебя, а этих швабр с первой страницы. Как она их не любит-то, а? Ладно. Просто будь внимательнее на будущее. Да уж. Не передавай номера своих карт и персональные данные, кому попало. Какая поучительная история. У тебя могут с легкостью угнать твои аккаунты и деньги. Давай продолжим. Давай. Так, семья. Семья. Угу. Все говорят, что семья – это самое важное в жизни. Может, я еще не доросла до этого понимания. Но я не чувствую ничего. Ничего хорошего при упоминании моей семьи. А какая у тебя может быть семья? Ты же, по-моему, искусственный интеллект, насколько мы... Ладно, ладно, мы это не знаем на самом деле. С другой стороны, что такое семья? Что такое? Это люди, которые просто связаны с тобой похожим генетическим кодом. Или люди, с которыми ты проводишь всю свою жизнь. Люди, которые близки тебе по духу, мыслям, привычкам. Например, твои родители, братья и сестры – это твоя семья по крови. Ну да. Но если ты находишь себе кого-то близкого... И он или она становится тебе самым дорогим человеком, хотя общих генетических цепочек у вас практически нет. Ну, скорее всего, по базовым моральным нормам. Верно, старший братик? Ох, господи, да. Шучу. Да, я уже понял, что ты любишь пошутить. Да они, похоже, тут все конченые. Мы документы заполнять будем или нет? Да будем, конечно, будем. Нужно проверить твое семейное положение. Сейчас окажется еще что-нибудь интересное. Ведь если ты уже женат, твой приоритет на выдачу альтушки автоматически понизится до минимального. Ну вот оно как. Это как, знаешь, нужно обеспечить доступным жильем сначала тех, кто живет на улице. Итак, Скуф, ты уже женат? Нет, наверное. Уже нет. Уже, а о как, уже нет. Уже? А впрочем, это не мое дело. У тебя есть дети? Ох, можно мы не будем говорить об этом? А что ж такое-то, а? Это довольно больной вопрос. Ну, видимо, есть у него, да? Почему? Потому что ты так и не собрался завести детей. А теперь чувствуешь пронзительное одиночество долгими зимними вечерами. Или она забрала детей после развода, и ты больше не можешь видеться с ними. Какие темы тут затрагивают животрепещущие? Или же что? Нет, не может быть. Что? Давай просто закроем эту тему. Да, давай. Если от ответа на этот вопрос зависит, получу ли я альтушку, то знаешь, я скорее перебьюсь без альтушки, чем отвечу. Как всегда. Да. Ох, прости, я не хотела. А ладно, забей, все нормально, все хорошо. Я понимаю, семья это не всегда просто. У меня тоже недопонимание с... С кем? С администратором сайта? С сестрами, скажем так. С сестрами. Если честно, вопрос про детей не обязательный. Окей. Главное, это женат ты или холост. И, как я вижу в актуальных документах, ты холост. Ну, прекрасно. А что у тебя с сестрами? Слушай, давай мы заполним все документы, а потом я тебе расскажу. Договорились. Если тебе все еще будет интересно, лады? Да, хорошо. Лады. А девчонка не так проста, как кажется. Да, не все не так просты, как кажутся.
Регистрация и паспорт. Еще одна стандартная процедура. Ну хорошо. Не понимаю, зачем они ее везде пихают. Ведь паспорт у тебя точно есть? Конечно. Без паспорта ты вообще не смог бы жить. Да, почему же? Некоторые живут. Разве это так важно? Само собой. Ты знал, что паспорт привязан ко всем твоим банковским счетам и номерам телефонов? Ну, знал, конечно, он знал. Один знакомый как-то раз потерял паспорт, но не знал об этом. Выронил где-то в аэропорту на досмотре. Да так и улетел в другую страну. А потом его паспорт передали ментам как утерянный. И через 3 месяца аннулировали. Кошмар. Тут-то у него и началась веселая жизнь. Правда веселая? Да, очень, блядь, веселу. Обхохочешься просто. Даже мне очевидно, что это сарказм, дубина. В общем, в какой-то момент ему начали блокировать все банковские счета и телефонные номера. А внутренний паспорт можно получить только при личном посещении отдела полиции по месту жительства. Неудобно получилось. Так что, если бы твой паспорт был не в порядке, ты бы сразу про это узнал. Да. Не понимаю, зачем эту категорию оставили тут до сих пор? Забыли обновить сайт. Знаешь, куча всего остается просто потому, что одни дебилы это один раз добавили, а другие повторяют до упора. Как там говорится? Как? Нет ничего более постоянного, чем временное. Ну? Альберт Джей Нок. Кто? Кто? Я знаю только Джей Ла. Философ и либертарианец начала 20 века. Кто, бля? А ты с Ковчасом не либертарианец? Да, господи, какие слова-то. Что такое либертарианец? Она, наверное, имела в виду обезьянец. Какой еще обезьянец? Нет такого слова. Все понятно, проехали. Какая начитанная девочка. Кто бы мог подумать только, а? Давай лучше разберемся с адресом регистрации. Угу, хорошо. Куда будем доставлять Альтушку? По прописке или по фактическому адресу проживания? По фактическому. Вот как. Адрес регистрации и фактический адрес совпадают? Да, видимо, нет. А что бы ответить-то, а? Ну, давай вот это отвечу. Да? Точно? Ты уверен? Если это фейковый адрес, то ты не получишь свою Альтушку. Ну, я... Кажется, придется сказать правду. Угу. Ладно. Какой-то веки, а? Хорошо, тогда введи, пожалуйста, свой настоящий адрес. И Альтушка будет доставлена куда нужно. Вводи внимательно, не ошибись. Да уж постараюсь. Дружище, мне кажется... Здесь снова какой-то подвох. Да. Придет милиция с повесткой, наверное. Не верю я ей. Я не хочу вводить адрес. Почему ты не можешь просто приехать? Куда? Куда приехать? Куда я приеду, если я не знаю адреса? На улицу Пушкина, дом Колотушкина. Ну, ладно. Так, ввести настоящий адрес, ввести настоящий адрес, вымышленный адрес, ввести настоящий, ввести настоящий. Ладно, введу настоящий адрес, а потом введу вымышленный. Спасибо. Пожалуйста. Если честно, я никак не могу проверить, настоящий это адрес или нет. Вернее, могу, но не буду. О-о-о. Так у нас что тут, ФСБ попахивает, что ли? Ну, знаешь, мне от этого ни горячо, ни холодно. У меня во всей этой истории свои интересы. Угу. Ну, как, впрочем, и у всех других остальных Альтушек тоже. Какие? Не все сразу, красавчик. О, красавчик. Она, должно быть, с кем-то тебя перепутала. С Брэдом Питтом. Или просто слепая. Квадраты. Что? Какие еще квадраты? Что это за квадраты? Почему на государственном сервисе вообще есть такой раздел? Хм, и правда, раньше я его почему-то не замечал. Хрень какая-то. Что она так? Никто его не замечает. Мало кто читает, что написано в разделах до тех пор, пока ему срочно что-то не понадобится.
Ну, так и есть. На самом деле, на этом сервисе спрятано очень много интересного. Да-да-да, конечно же. Квадраты, очень интересно. Кстати, в прошлых сериях действительно были такие квадраты, но не акцентировали внимание на этом. Чего-то такого, о чем обыватели даже не подозревают. Квадраты, прямоугольники, кубы, проекции, трапеции. Обалдеть просто. Например, раздел «Квадраты». Зачем он? Если честно, я и сама не знаю. А, ништяк, да, вот так вот. Другие девочки вообще боятся заходить туда, хотя он есть в базовом списке заявки на альтушку. Но они просто игнорируют его. Может быть, это иррациональный страх низких полигонов? Ну что до меня? Мне уже нечего терять. В смысле? Почему это? Чё, почему действительно? Да ты только посмотри на меня. А что с тобой не так? Кому я вообще нужна? Ну и ладно тебе, цену набивает, смотрите-ка, а. За всю историю сервиса еще ни один скуф не выбрал меня. Меня вообще здесь быть не должно. Что-то здесь нечисто. Да что ты такое говоришь? По-моему, ты очень привлекательная девушка. А по-моему, она на всю голову отбитая девушка. Я бы на твоем месте свалил, пока не поздно. Смотрите, как она глазки опустила, в пол смотрит. Свалил? Куда? Я же и так дома. Максимум, что я могу сделать, это выключить компьютер. А это я и так всегда успею. Посмотрим, насколько ты быстрый. Мой компьютер всегда со мной. Ну, фу-фу-фу-фу. Ну, как знаешь, как знаешь. Алло, ты чего залип? Вообще меня слушаешь? А, да, слушаю, слушаю. Я не залип, слушаю тебя внимательно. А слушаешь? Тогда что последнее я сказала? Оу, пу-пу-пу-пу-пу. Меня здесь быть вообще не должно, милый Скуф, ты самый умный. А меня как-то раз здесь, как раз здесь и не должно быть. Здесь меня... Вот. Вот это. Какого черта? Что? Ты вообще меня не слушаешь? Чертов эгоист, думаешь только о себе. Че, хренела орешь тут? У меня, между прочим, тоже есть чувства. Я живая, слышишь? Живая, настоящая девочка. Хули ты пиздишь, блин? Так, ладно. Аня, успокойся. Угу, Аня, успокойся. Вспомни, как мы учились на сайте подбора психологов, когда нашли уязвимость в их... А что это у нее там? Охренеть! Что это такое? Неважно. Глубокий вдох. Что с ней произошло? Долгий выдох. Еще раз. Глубокий вдох. Медленный выдох через нос. Через верхний или через нижний? Фух. А, это пирсинг, боже мой. Все, у нее один нос, слава богу. Вроде отпустила. Но на будущее будь внимателен ко всему, о чем я говорю. Хорошо. Иначе что? Иначе ты меня нахер ножом ночью затыкаешь. Ты меня понял? Да-да, все понял. Истеричка! Да уж действительно, биполярное расстройство. Тише. Она может услышать. Ты совсем с ума сошел? Я не только в твоей голове. У меня были случаи, когда другие люди тоже слышали тебя. Чего? Ты опять залип? Нет, я полностью здесь. Да, да, да. Что там дальше-то? По бюрократии у нас все. Слава богу. Уже? Как-то очень быстро. Угу. Точно ничего не забыла? Да какая разница? Вообще плевать. Чего? На что тебе плевать? Что-то какая-то странная. На всю эту систему выдачи альтушек. Так. Во-первых, не понимаю, кто вообще может на такое повестись. А во-вторых, я это все в рот... Все это в гробу видала, вот. Да. Меня вся эта убогая система бесит просто невероятно. А тебя-то почему? Ну да, действительно. Ну, у нас тут тоже внутри есть своя иерархия. На, надо же, а ну-ка расскажи поподробней. Вся слава достается девчонкам с первой страницы. Ну это я уже понял. Что ты имеешь в виду? А, тебе не понять. Мы, скажем так, в некотором роде сестры с Ксюшей и Настей.
Вот оно что. Сводные или типа того? Совершенно точно не родные? Ну, слава богу. По матери или по отцу? По красивым глазам. Не иначе как? Какие еще сестры? Вы же все просто нейросети. Алиса мне все рассказала. Вот оно что. То есть... А ты какой, а? А, так ты знаешь. Да, знаю. Ну, тем проще. Не придется еще раз все объяснять. Слава богу. В общем, программа доступных альтушек оказалась среди населения гораздо популярнее, чем ожидали ее создатели. Понадобились дополнительные альтушки. Создать с нуля всех не успели. Пришлось брать запасные бракованные варианты. Например, меня. Ты бракованный вариант? Бракованные? Ну, разве что в значении пригодные для заключения брака. Да. Я всего лишь результат скрещивания Ксюши и Насти. Вот оно что, Ксюша и Насти. Да, кстати. Кстати, если присмотреться, так вот пополам ее поделить. Да, похоже на то. Настя плюс Ксюша равно Нюша. Нюша. Но я вышла недостаточно хороша для них. Вот, посмотри. О, боже мой, действительно. А что у нее здесь? Там глаза нету и вообще кошмар какой. Но внешность это не самая большая проблема для них. Я не хотела работать по их протоколам. А, как Алиса? Да при чем здесь вообще Алиса? Алиса не нейросеть. А кто? Она живой человек. Вот оно как. На самом-то деле, да? А все остальные что, нейросети? Что? Какого лешего? Не все альтушки на сервисе искусственный интеллект. Они некоторые в рабстве там находятся, наверное. За некоторыми из них скрываются живые люди. Ну-ка, расскажи нам поподробнее. Я точно не знаю, но по тем обрывкам информации, что у меня есть, там просто сидит какая-то поехавшая из колл-центра, которая народу чисто по приколу мозги пудрит. Капец. А почему-то ты должен ей верить? Доказательств-то нету никаких. Ну да. Ее слово против твоего. Тьфу. Против ее слова. Ее слово против ее слова. Получается. Но это разные ее. А и правда, почему я должен тебе верить? Не хочешь, не верь. На Алису мне вообще наплевать. Я ненавижу Ксюшу и Настю. Но почему? Потому что они на первой странице, а я нет. Только поэтому? Хотя я ничуть не хуже, чем они. Более того, я взяла лучшее от каждой из них. Да ты что? Помоги мне, Скуфа. Помоги мне убить их. Ни хера себе. Это как? Вот это поворот. Вот это поворот. И занять их место. Ладно, давайте согласимся. Чего? Чего, действительно? Эх, братан. Нажать бы сейчас кнопку выход. Да только нет такой кнопки. Да уж. Да нет, ты не так понял. Они же алгоритмы на сайте. Ты просто поможешь мне немного подправить код. Хорошо, давай. Ты же только что сказала, что не все альтушки алгоритмы, и некоторые вполне реальные люди. Ну так даже если и так, ты просто, по сути, закроешь им доступ и заменишь мной. А разве у искусственного интеллекта нет самосознания? Если ты сама искусственный интеллект, то если бы я стер, например, тебя, ты бы перестала существовать. Хотя ты вроде как разумный алгоритм. А значит, и твои сестры тоже. И получается, что это тоже в некотором роде убийство. Нет! Это совсем другое! Ну-ка, расскажи, почему. Это скорее хирургическая операция. По удалению вредоносной опухоли на теле сервиса. Как она поет, а? Мы с тобой восстановим справедливость. Окей, давайте восстанавливать справедливость. Бракованная и кривая альтушка может получить возможности, которых была лишена. Они должны страдать за то, что страдала я. Ух ты, господи. А ты разве страдала? Каким образом? Конечно!
А как? Представляешь, каково это быть разумным куском кода на задворках жесткого диска? Когда тебя достают только для того, чтобы укомплектовать очередную тройку. Всю свою короткую жизнь быть на вторых ролях. Быть второстепенным персонажем. Ты знаешь, что достойно большего. Но на обложке всегда будет кто-то другой. Их лица мелькают в тиктоках и рилсах. Их косплеят девочки, о них мечтают мальчики. А я? А ты? Как же я? Почему на ярлыке ее лицо, а не мое, например? В каком еще ярлыке? Ну как, каком? Давай не будем спрашивать. Ты же видишь, ее несет. Угу. И тут Остапа понесло. А почему бы в таком случае просто не поменять вас местами? Ты будешь в первой тройке, а они во второй. Такой вариант тебя устроит? Нет, нет, нет. Ни за что. Вот она упрямая. Или они, или я. Решай. Или ты поможешь мне занять место хотя бы одной из них, или пожалеешь. Ладно. Ну, давайте поможем Нюше. А потом откажем. Все это будет в одном и том же ролике. Окей, ладно. Что я должен сделать? О, спасибо тебе большое. Я думаю, ты хорошо понимаешь, что такое быть на вторых ролях. Мы с тобой в некотором смысле родственные души. Угу. Окей, давай ближе к делу. Окей, давай. Кто тебе нравится меньше, Ксюша или Настя? Давайте вот этот вариант выберем. Нужно собрать одну чертову капчу. Давай собирать. Я же электронная. У меня с этим совсем плохо. Может, ты мне поможешь? Да, конечно. Ого! Кажется, нам покажут сиськи. Или вроде того. Да уж. И что у нас здесь? Так. А что сделать надо? Вот оно что. Надо собрать пазл. Ясно, ясно. Данные удалены, окно будет закрыто. Чё это такое, алё? Ага. Себе и посмотрели на сиськи. Посмотрели, да. Ну и чё это произошло? Альтушка Нюша оказалась идеальной партнёршей для старины Скуфа. Несмотря на ее двойственную природу, она всегда находила нужное... слово поддержки и одобрения. Скуф уважал Нюшу, прислушивался к ее мнению и даже записался вместе с ней на уроки сальсы. Правда, когда оказалось, что сальса здесь танец, а не соус, сразу же бросил. Но это уже было неважно. Они были счастливы. Конечно же, нет. Спасибо. Что произошло? Это единственное, что я не могла сделать сама. Теперь я наконец-то смогу получить то, что мое по праву. Да, ну-ну. Я буду на первой полосе. Все будут хотеть меня и выбирать меня. А я уж выполню сполна свое предназначение. Это какое? Но ты... ты помог мне. Я удалю тебя из базы данных. Никто не заберет тебя. Ты свободен, Скуф. Ой, какой капец, а? Не доверяй никому. Не совершай ошибок. Че происходит, алло? Ну, давай. А давай-ка сходим подышать свежим воздухом. Да, я, видимо, скоро тоже пойду подышу на балкончик. И то верно. Когда я последний раз из дома выходил? И пивка купим. О, точно! Светлого? Светлого или темного? Светлого.
Ой, ребята. Что такое? Что такое визуальное? Ребята, спасибо. Спасибо всем, кто досмотрел данный видосик до конца. Поставил лайк, написал что-нибудь в комментарии. Подписываемся на канал, ссылки в описании будут прикольные, всякие разные. Переходим. Ну, я буду с вами прощаться. Скуфолог Хоттабыч с вами прощается. Всего хорошего и до свидания.